вышел на площадку вместо Андронова. Плотников, Панкратов. Плотников и шайба в воротах. Это Сергей Плотников открывает счет в этом матче. Плотников к воротам. Там Слепышев. Развернулся на пятак. Бросок Плотникова. Юханссон отбивает. Вот бросок Плотникова. И куда попадает шайба? Это гол. Без клюшки Воробьев, Акулов шайбы. Акулов пустые. 3-0 за минуту 34 до конца третьего периода. Ну и там уже празднование начинается на скамейке ЦСКА. Вот и завершился сезон в Западной конференции. ЦСКА одерживает победу в 7-й игре финала Запада над СКА и выходит в решающую серию против магнитогорского «Металлурга».